Дорогие друзья, вместе с видеокомпанией RuVision Media мы представляем вам фильм о том, как дядя Миша Кокляев травмировался. Всем приятного просмотра. С вами дядя Миша Кокляев. Тоскливый год вообще получился. Много было событий, много было интересного, но в общем очень все грустно. Еще и много смертей разных таких, которые, в принципе, все их портят. Планы в этом году были грандиозны. Хотел выступить на Арнольд Классик, хотел выступить на Awesome Yes Man, хотел поднять самый тяжелый шар на планете 251 килограмм, хотел установить абсолютный рекорд России в становой тяге. Из всего из этого получилось только выступить на Арнольд Классик. Первая травма, которую я получил в этом году, это был Арнольд Классик. Надрыв. Тогда я думал, что отрыв бицепса частично тоже. То есть оторвались волокна, которые, в принципе, уже можно не восстанавливать. Ну, как-то залечился более-менее. И потом Awesome Yes Man. И на Awesome Yes Man я травмировался, так скажем, окончательно серьезно, так что дальнейшие мои планы были уже полностью сорваны. Миша КГБ Кокляев. Кокейн. Do you have this one? Кокейн. Professional strong man. Медикал. Мы проходим медосмотр. Байсеп сайз. 62 and a half. Что такое 62? 62. What do you think about my urine? No drugs. Negative test. Thank you very much. А кто-то там пишет, что я переел орбиты, сыра орбита. Лаури, как водичка? Водичка. Ну это хорошо. Я отучаюсь материться на самом деле на публике. Меня просят: Михаил, перестаньте материться. Вот я, в отличие от вас, пытаюсь что-то делать. Hello, Mother Russia. Thank you very much. You're welcome. Now you are similar Russian too. You know what you know. Russian. Thank you very much. Не можешь спать, ешь. Я поел. Ну, на Viking Press я занял второй результат в группе. Поднял 12 раз. Можно было больше, но на 13 разу я потянул опять эту мышцу, которую я потянул, блин, на жиме лежа. Это 190 жал, блин, за неделю до отъезда. Капец, блядь, у меня еще три упражнения, блядь. Я, честно, не знаю, что делать. Ну что у вас, как у вас самочувствие? Жрать нечего, да?
Да, судя по вашему, да я не смесу, вообще все плохо. А если еще глянуть на Витаут, о, вообще, щеки впалые. Ladies and gentlemen, from Russia, Misha Kokhlyan! From the United States of America, Mike Jenkins! You can never hold me down. Can't hold me. You can never hold me down. Can't hold me. You can never hold me down. You can't hold me. You can't hold me. This is Talkboy Music, American Dream. We let them chop a sing like that little nigga dream. No auto-tune unless I'm talking. Когда я поднимал столбы, после подъема четвертого столба, я подумал, что ничего так страшного, я думал, что какой-то подвывих. Я думал, сейчас вот так тряхну рукой, он выпрямится у меня, я пойду поднимать и пятый. Тот доктор сказал держать руку вверх, чтобы синяк стекал и сюда. На Fingle Fingers я травмировал трицепс, переместив всю работу на правую руку. Потому что вчера я потянул грудь левую, нагрузка легла на всю, на эту руку. Ну, потянул, короче, я там весь трицепс потянул. Жестко, больно было, капец. Думал, что оторвал трицепс. Вот, ну, доктора посмотрели, сказали, что все хорошо. Ну, вот, сделали мы разные обезболивающие, сейчас прикладываем холод. Завтра метание в высоту и камни. Хорошо! Перед травмой трицепса, наверное, дня за два, за три на отборе же, на том же самом, на Лос-Онгесмен, я травмировал сперва грудную большую мышцу, был надрыв тоже и растяжение фасции мышечной. Ну, уже, грубо говоря, на второй день уже образовалась небольшая гематома. В принципе, я так и думаю, что это повлияло на то, что трицепс оторвался, потому что организм перегруппировался, взяв, то есть всю нагрузку брала на себя правая сторона. И вот поднимая столбы, я эту часть купировал, а на этой части у меня была нагрузка основная. Травма реально была серьезная. При пальпации обнаружили, что у меня там не хватает чего-то. Не хватало у меня одной из трехглавной мышцы плеча.
так скажем, оторвалась одна головка трицепса средняя, которая прикреплялась к локтевой кости. В итоге пришили только 25 октября. И шил я в Москве. Я доверил свою проблему вот этому доктору. Это заслуженный доктор России, хирург Алексей Александрович Балакирев. Зашили. 25 октября, месяц я ходил в Лангете. Лангет усилен 2 декабря. И вот уже с 12 числа я опять дома. До 12 числа проходил реабилитацию в городе Москва. Приехал, сейчас начал разрабатывать потихонечку руку. Ну, динамика меня, как всегда, радует. Однажды я в больнице лежал уже в Москве. Я как-то и почитал книжку, и позвонил жене, что-то не спится. Открыл окно в коридоре подышать воздухом, потому что я думаю, вот меня уже, наверное, стали забывать. И тут мне приходит ВКонтакте, приходит письмо от австралийского организатора соревнований по пауэрлифтингу. Михаил, я хочу сделать соревнования, назвать их Russian Kings, русские короли, на которых будут участвовать шоу, такое силовое шоу пауэрлифтерская, на которой будут участвовать легендарные спортсмены наши. Это Андрей Маланичев, Андрей Беляев, Кирилл Сарычев, Константин Константинов, ну и я. Пятеро ребят, которые собираются в 2014 году, 23 ноября, выдвинуться на прекрасную австралийскую землю с рекордными показательными выступлениями. Вот у меня пока что вот только этот конкретно старт у меня сейчас в голове. Арнольд Классик, у меня, конечно, я не успеваю к нему подготовиться. Лига чемпионов начинается с середины марта. Ну, соревнования Лиги чемпионов, они более демократичные и малокровные в плане того, что там нет таких травм и кровопролития, как, допустим, на Арнольд Классик или на Уолстон-Мисмен. Поэтому я планирую на острове Мартиника провести свой первый старт. Товарищ Акош Надь споет нам Катюшу на венгерском языке. По-венгерски. Давай. Лопták az oroszokat a tankon, benne volt a kombinát fogom. Bazd meg, Szergej, a jó kurva anyádat, hozd vissza a kombinát fogom. Bazd meg, Szergej, a jó kurva anyádat, hozd vissza a kombinát fogom. It's funny. Thank you very much. And now we'll be singing Mike Jenkins Russian song about Katyusha. A Russian song about what? The girl Katya, she's name Katya. Katya. Катюша. Sing it for me. Скажи, выходила на берег Катюша. Давай. I can't do that. You can do that. Repeat. Ava Nagila. Накануне наступления 2014 года, года лошади, я хочу пожелать банально всем крепкого здоровья, удачи в хороших делах и в начинаниях, любви и веры в себя, веры в Бога, ну и, наверное, не останавливайтесь на недостигнутом. Если сам не остановишься, то никто не остановит. С Новым годом, Михаил Кокляев. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Россию домой хочу. Так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел жену отца, дочь Яму. Не понять, не изменить.
вот собирается выступать и каждый день. Если космос вчера на хитра надо, на самый яростный шторм, это русский характер, помогает нам верить, это русский характер с двухглавым орлом.